Привет, друзья! В этом видео я безумно хочу вам рассказать и показать о макияже в стиле звезд Игры Престолов, в стиле героини Игры Престолов. Мне безумно нравятся их макияжи, потому что они очень свежие, рельефные, они безумно просты и абсолютно носибельны в повседневной жизни. Я считаю, что это вообще наилучший вариант дневного макияжа, поэтому, если вам это интересно, то, пожалуйста, оставайтесь со мной. Хай! И для лица я использую Maybelline Superstay Beta Skin. Отличный крем с желтоватым подтоном. Он нам идеально сюда подойдет. Отлично скрывает следы усталости, прыщики. Он мне очень-очень нравится. Такой вот желтоватый. Далее обязательный консилер под глаза. Так у героинь Игры Престолов идеальная кожа. Я бы сказала, что очень отдохнувшими и свежими они выглядят, поэтому мы замаскируем наше несовершенство, растушуем под глазами консилер, можете брать любой, какой вам хочется. Линда, похоже, что-то сделала. Далее обязательный хайлайтер на скулы. Хайлайтер. Кожа должна светиться здоровьем, скажем так. Даже если вы живете в пустыне, ваша кожа должна светиться. Все очень просто. Отличный, кстати, хайлайтер. Почему я так говорю от Essence? Далее брови. Брови у героини Игры Престолов, безусловно, очень красиво и четко оформлены, что я буду пытаться. У меня вот такой огрызочек тоже карандаша от Vivienne Sabo. Он коричневого цвета. Вот такие вот у нас получаются брови. Ну что ж. Дейенерис Таргариен отдыхает. Далее я беру рыжий карандаш для бровей и чуть-чуть придаю бровям рыжеватый цвет. По-моему, неплохо. Далее обязательно пудра, так как у меня жирная кожа, как вы видите, мой нос просто блестит, как обезумевший. Припудриваем все лицо. Далее бронзер. Обязательный пункт – это достаточно четкое контурирование. У меня это бронзер с рыжеватым подтоном, так как я хочу немножко отразить рыжий цвет моих волос. Но вы можете брать любой, который подойдет вашей коже. Контурирование делаем достаточно яркое. Скулы, лоб, подбородок и нос. Одним словом, макияж без макияжа. Но, тем не менее, со своими нюансами. Далее, хорошо растушевываем. Румяна берем натурального оттенка. У меня в данном случае такого персиково-бежевого оттенка. Боже мой, сколько я их бухнула себе на щеки. Вы только посмотрите. Ну ничего, мы все это растушуем, и все будет нормально. Далее мы берем карандаш коричневый для глаз от Essence Hot Chocolate и подводим им буквально немножко линию роста наших ресниц, совсем чуть-чуть. Это не должно быть прям слишком так заметно, впоследствии мы все это дело растушуем кисточкой. Собственно, вот наша кисточка, мы все это тушуем очень хорошо. Далее все это дело мы закрепляем тенями L'Oreal Infallible бронзового оттенка. Растушевываем таким образом, просто закрепляем карандаш. По-моему, отличный вариант. Конечно, макияж у нас получается немного ярче, чем должен быть, но тем не менее. Это такой вечерний выход. Ой, я чуть не уронила туш, боже мой. Вообще весело было снимать, господи. Фак. Делаем естественный изгиб ресниц, не нужно брать суперобъемную тушь, совсем немножечко, мы же все-таки за естественность. Далее коричневый карандаш для губ, и мы заполняем все губы, включая контур. Отличный карандаш коричневого оттенка с рыжеватым подтоном, он мне безумно нравится, просто обалденный. Для рыжих это просто то, что нужно. И сверху немножко бальзама для губ. Вот и все. В принципе, наш макияж готов. Если вам было интересно, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. И всего вам доброго. Да? Увидимся в следующих видео. Да? Пока-пока!